Ну что ж, наконец мы добрались до Маломосковской улицы, около метро Владимирская. Здесь достаточно активный пикет. Вот сама Маломосковская. А вот улица Правды. Здесь достаточно активный пикет проходит. Много участников раздачи. Листовок идет. Дает автомобилях. Ну как проходит пикет? Как люди реагируют? Противоречиво, очень интересно, нормальный срез, нормальный срез. Нет, спасибо, мне не надо, я снимаю, прямая трансляция, спасибо. Прямая трансляция. Очень по-разному реагируют. Вот хотелось бы, когда физический магия с феном, с винтусом. Сейчас другой физический персонаж стоит, общается вот там. А положительная есть реакция, нет? Положительная есть, есть. Снимите, пожалуйста. Есть, которые берут, и, да, конечно, надо почитать. Ну, какие? Ну, как ну, я объясню, что революцию делали, здесь же потом переворот. Ну, потом это переворот, какой-то вот... Беседы. Здесь даже... Раздает он автомобиль листом. Ну как пикет проходит? Отлично проходит. Практически все листовки нам дали. Берут нормально, да? Да, здесь хорошая такая проходимость на автомобилях. Я чувствую, два потока перекрыли. Там пешеходный, здесь автомобильный. Увернуться некуда от вас. Да. Давай спросим. Подойди сюда, скажем, сколько нас смотрят сейчас? Ну не знаю, на человек, ну немного, сейчас человек 100 может быть, да. И, может, вы человек... в прямом эфире, вас смотрят 100 человек сейчас. Не хотят, мы, да? Люди, видишь, могут не захотеть, не захотеть сниматься, мы не будем настаивать. А? Вот это ваш предпоследний, да. Да, стоят, но единственное, с Алином уже что-то раздались листовки и уже ушли. Как пикет проходит, нормально? Хорошо, люди знают. Положительно люди реагируют, вообще есть какая-то положительная, да? Есть, очень прям положительные отзывы. Ну, есть. Ну, многие очень знают, что радует. Знают? Это самое главное, да, потому что замалчивание, конечно. Все-таки информация, по крайней мере, в крупных городах как-то есть. Здесь у вас нормально, здесь мощно, потому что там что-то у Маяковского два человека стоит, маловато, на соревном раскрутились. Очень мощный, конечно, ДЛТ, такой пикетище, человек 30. 30? Да, там толпа. Потому что он ближе всего к маршруту, да? Ну, наверное, да, люди сразу пошли, там на Невском стоят, да, в гостинке стоят. А кто ДЛТ стоит? Ой, много там народа, много. Ну, а кто там организовал? Ой, я не помню, незнакомый парень, не знаю. Там 5 декабря чьи флаги? Да нет, 5 декабря, по-моему, там нету. Там разные силы, организатор такой неизвестный. Его долго ждали, минут 20, потом он, слава богу, пришел. Ну ладно, сейчас Звенигородская будет, да, у нас там? Полиция с народом!
мы отойдем. Администрация в таких машинах ездит? Да. А что за администрация? А я не знаю. Откуда узнал? По пропуску, да? Да. Ну что, вот этот вот предпоследний пикет, да, еще есть на Звенигородской улице. Пикет, попробуем туда сходить, посмотреть, что там происходит. Может быть, там уже ничего и нет. Естественно, если там ничего нет, то трансляция продолжаться не будет. А если там что-то есть, то там тоже продолжим снимать. Здесь достаточно качественный пикет. Ну что, здесь в данном случае трансляцию будем прерывать пока. И она продолжит, если будет что-нибудь на Звенигородской. Если на Звенигородской ничего не будет, то трансляции больше не будет. И на этом она закончится тогда. До свидания, всего доброго. А если что-то будет интересное, то трансляция там тоже продолжится. Значит, пока небольшая пауза, минут так на 10. До свидания, всего доброго.